потраченных у ВСУ противотанковых комплексов НЛО, которые Британия поставляла украинским войскам несколько последних недель. Вот этот комплекс конкретно не стрелянный, его бросили украинские солдаты при отступлении населенного пункта Лопаскина. Контрнаступление народной милиции ЛНР продолжается. Двигаются в сторону следующих населенных пунктов. Большая колонна сзади. Армия Луганской Народной Республики продолжает переброску сил и техники на правый берег Северского Донца, населенный пункт Лопаскина, который был взят еще накануне, в четверг утром. Сейчас на том берегу организуется плацдарм для дальнейшего наступления, продвижения вглубь обороны противника. Здесь, в принципе, на месте все бойцы очень воодушевлены, действительно. Многие возвращаются в свои родные поселки, деревни, города, в которых они не были долгих 8 лет.